Вот есть такое понятие пчеловодства, как напад. Вот пчелы осенью, когда нет взятка, могут выбрать слабую семью, ну, устроить вот такой напад. В этой семье, по-моему, были проблемы с маткой. Вот так вот. Сильный улей напал на слабый. И пытается забрать у него весь мед. Ну, в таких случаях литок оставляем, чтобы в него могла протиснуться только одна пчела. И сейчас этот улей обрызгаем водой. Может быть, это немного остановит пчелу. Как все это происходит? Вот сколько пчелы здесь.